Здравствуйте, вы на канале «Сумеречная искорка», и у меня сегодня очень грустная новость. Понимаете, это ж вы смотрите мой первый канал, на котором выкладываются разные видео. А второй у меня есть канал, то, что у меня в планшете, канал «Мультсериал приключения Дракулауры». Я уже позавчера, кажется, выложила вторую серию. Третью то я уже снимать буду, сняла уже. Выложу, но потом где-то, может, сразу 2 недели или, я не знаю, в общем, по-разному буду выходить материал, потому что рано школа началась, и мне очень мало времени снимать. Вот на телефон я еще снимаю видео, так, а потом, а вот на планшет мне очень сложно, понимаете, снимать, потому что там надо специальный фон, все надо расставлять, это очень долго времени занимает, потом еще и сюжет придумать, все придумать, в общем, очень много всего, и я буду по-разному выкладывать, иногда через день, иногда через полмесяца. Извините меня. Ну и вторая новость уже радостная. На канале «Сумеречная искорка» такого не будет. На канале «Сумеречная искорка» раз в неделю точно будет выходить видео. Может и раньше, по-разному будет. А вот на канале «Приключения Дракулауры» это не материал «Приключения Дракулауры». Вот так все это будет. Я хочу сказать еще. Подписывайтесь на канал «МЛП Брони Пинки». Это не было раньше «МЛП Брони Пинки», а теперь она стала «МЛП Сани Рейс». И как сказать, у нее уже 110 подписчиков, но она так мечтает о 200 хотя бы. Исполните ее мечту, пожалуйста. Кто смотрит мой канал, кто на мой канал подписан, подписывайтесь на мой следующий канал. Материал «Приключения Дракулауры». И подписывайтесь на этот канал, как я сказала. И подписывайтесь, пожалуйста, на канал МЛП Sunny Race. Пожалуйста. И комментируйте. Пишите лайки, поставьте лайки, комментируйте и подписывайтесь на эти 3 канала, пожалуйста. И когда будут каникулы, у меня там осенние, весенние и так далее. Не осенних уже еще год ждать, но у меня будет через 2 месяца весенние, вот тогда будет серия, думаю, быстрее выходить. Если я, не знаю, когда-то не поеду или еще что-то не случится. Ну и когда, конечно, будет учеба, конечно, будут выходить серии, но не сильно, не так, что каждый день там серия, а иногда. Вот так. И на том канале не будет таких разных видео, на нем только будет видео по мультсериалу «Приключения Дракулауры», там всякие песни, саундтреки, там заставки новые, там это какой-то трейлер, серии и так далее. Но ничего такого не будет, как на канале «Сумеречная искорка», что там все подряд. На канале Sunny Race почти все внимание отдано, кстати, поняшкам, но и другим вещам тоже. У нее уже на канале 3 видео. То раньше был на нее подписан, вы знаете, что было там очень много видео, там 25 было видео. Но потом она с него ничего не вышла, и, по-моему, как-то вошла, повезло. И удалила все эти видео, потому что они были очень плохие, потому что я снимаю на телефон. Хотя вот сейчас я снимаю на телефон, и нормально, мне кажется. Напишите в комментариях, как вы думаете, мне тоже плохо. Но мне вроде бы нормально. У меня вот Lenovo 6010. И планшет тоже какой-то, я не знаю, в общем, какой-то новенький тоже. Мне кажется, нормально снимается. Ну и... У нее уже 3 видео там вышло, одно по нее там где рассказывают про свои старые каналы. Да, у нее было с 2 канала, на которые один был канал, у которого она вышла, так и не вошла. И второй, в которого она вошла, но потом удалила все видео и переименовалась. И уже одно видео есть про румбоксы. Она показывает 2 румбоксика. И показывает топ-10 любимых поняшек. Вот так. Но она говорит, что будет видео еще больше и больше выходить, поэтому все хорошо. И она моя самая лучшая подруга. И, кстати, в контактах я под MLP Rarity, точнее MLP Rarity, ну, почему-то по-английски написано. И кто хочет, друзья, то заходите в ВКонтакте. Там еще мне как интересно, часто меняется, но сейчас там искорка такая пони стоит. Так что хотите, подписывайтесь. Ну и на и. А она там MLP Брони Пинки. Она говорит в своих видео, что она ВКонтакте MLP Брони Пинки.
И подписывайтесь на мою группу тоже ВКонтакте под названием «Сумеречная искорка». Там они так уж часто обновляются, но я стараюсь как можно чаще. И на мою группу MLP-блог тоже подписывайтесь. Ссылка в описании, к сожалению, не будет, потому что я не умею это ставить. Если кто-то умеет, скажите, как это делать в комментариях. Ну а сейчас всем пока. До скорых встреч, приятного просмотра. И, пожалуйста, ну пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, пожалуйста. Прошу. Пожалуйста. Пока.